Пчелиные ульи спасли от сожжения в Солнечном. Накануне красноярцы пожаловались в соцсетях на насекомых, которые поселились на детской площадке. Кадры сделаны во дворе дома на 60 лет образования СССР. Видно, как рой пчел летает прямо над теннисным столом, а рядом на ограде висит улей внушительного размера. Детей поблизости, к счастью, не оказалось. Тем временем в краевом Роспотребнадзоре посоветовали не провоцировать пчел. Можно немного подождать и собрать полезный вкусный мед, сообщили в ведомстве. Предприимчивые жители Солнечного решили не мириться с жужжащим соседством. Хотели избавиться от насекомых с помощью горелки, но накануне вечером приехал мужчина в спецодежде, в маске и перчатках и собрал пчелиный улей.